В пятницу ночью на 104-м километре трассы «Волга» произошло серьезное столкновение. Водитель автомобиля «Хиндай» двигался по направлению от Иваново и, намереваясь проехать на перекрестке прямо, не увидел знак, обязывающий уступить дорогу. В темное время суток, по словам водителя, указателя практически не видно. «Хиндай» не пропустил двигающуюся навстречу по главной дороге «Тойоту». В результате произошло лобовое столкновение. Пострадали водитель и пассажиры «Хиндая», среди которых 5-месячный ребенок. Водитель Hyundai с диагнозом перелом правой голени и левой ключицы доставлен в областную больницу. Был пристегнут ремнем безопасности. Еще один пассажир данного автомобиля несовершеннолетний, 2014 года. Полный возраст, 5 месяцев. Проживает в Московской области также с диагнозом закрытая часть мозговая травма, сотрясение головного мозга, доставлен в детское хирургическое отделение областной клинической больницы. Перевозился с использованием детского удерживающего устройства в автолюльке. И еще один пассажир данного автомобиля пострадал, мужчина 93-го года рождения, с тупой травмой позвоночника, также доставлен в областную клиническую больницу.